Сортаж, замена фильтра абсорбера. Такая вот штуковина. Находится она у нас на баке, вот здесь вот. В принципе, визуально ничего сложного. Восьмерочки. Две восьмерочки. И сам крепеж на 10. Шланг, интересно, будет мешать? А, ну крепеж у нас новый, поэтому снимаем. Остается нам два хомутика снять. Снимаем хомутики. Немножко пыльно. Шланги чуть-чуть прикипели. Вот, собственно, как-то так. Ну и, соответственно, убираем пока крепежку, ну, а и устанавливаем. Может быть, и к четырем.
Вот так вот. И ставим крепеж, соответственно. Ау! А вот этот Wi-Fi, который у меня должен быть компьютером, сам модел, вы можете его выбрать? Интернет плохо работает? Ну и, собственно, вот мы все установили. Ничего, в принципе, сложного нет.